Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Код изобилия». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о фразе, которая блокирует поступление положительных и созидательных энергий в вашу жизнь. Поэтому, друзья, не говорите эту фразу, иначе она принесет вам вред. Человек по своей натуре многогранен, очень умен, талантлив, предприимчив. Ему многое подвластно в этой жизни. Любой человек может преодолеть различные сложности и проблемы, достичь определенных высот и также стать известным и богатым человеком. Но, тем не менее, произнося периодически самые элементарные фразы, а порой и не периодически, а несколько раз в день, он может многого лишиться в своей жизни. Это могут быть радостные, счастливые моменты, успех и материальное процветание, невероятно яркие впечатления от событий, происходящих вокруг него. Вы знаете, все, что вокруг нас, наделено энергетикой, как положительной, так и отрицательной. От того, каких энергий вокруг вас больше, зависит все то, что происходит с вами в вашей жизни. Каждая буква в слове, само слово, фраза наделены определенными энергетическими вибрациями. Они несут в себе определенный посыл, которого хватит, чтобы ваш мозг запустить определенную программу. Благодаря ей в вашей жизни будут происходить либо положительные события, либо наоборот негативные, которые будут разрушать вашу психику, влиять на эмоциональное состояние, а также приносить вред и всему тому, что вас окружает. Это будет касаться всех сфер вашей жизни без исключения, так как в них будут внесены неблагоприятные коррективы. И люди в большинстве своем не задумываются о том, что собираются произносить вслух, так как не придают значения силе слова. Слово – это продолжение наших мыслей, а с помощью мыслей мы можем притягивать в свою жизнь все то, что только пожелаем. Немаловажным являются и эмоции, с которыми мы что-то произносим вслух, так как, смешавшись с тембром нашего голоса, в результате получается особая энергетическая вибрация, которая способна на многое. Не стоит забывать, что с помощью слов можно помочь человеку полностью изменить его жизнь в лучшую сторону или разрушить ее, отобрав у него все то, что он имеет на определенном этапе. Слова способны формировать нашу жизнь, меняя в ней текущие события, моделировать неприятные моменты в счастливое будущее и наоборот. Счастливое будущее моделировать в неприятные моменты, которые значительным образом способны ухудшить то, что уже есть у нас в данный момент, перекрыв доступ к светлым энергиям. Вот, например, часто можно услышать такую фразу «хорошо там, где нас нет». Многие в жизни считают, что фрукты из соседнего сада слаще, душистей, трава там более зеленая и мягкая, а пирожное в чьих-то руках выглядит намного аппетитнее. Также устроено и по жизни, что человек не ценит то, что он имеет в своей жизни, поэтому и считает, что где-то там лучше, но его там нет, а значит, ему не повезло, как тому, кто находится в том месте в данный момент. Эта фраза чаще всего произносится теми людьми, которые считают с абсолютной уверенностью, что где-то кому-то живется лучше, чем ему. Конечно, постоянно сравнивая чьи-то достижения и обращая внимание на чью-то внешность, дом, квартиру, а также заслуги данного человека со своими, в конечном итоге действительно можно сделать вывод, что у кого-то дела обстоят лучше, а отсюда хорошо там, где нас нет. Но если разобраться в данной ситуации, то видим мы только верхушку происходящего, а то, что там есть на самом деле, все недостатки, неприятные моменты, они скрыты от наших глаз. Не нужно забывать, что во всем и всегда есть что-то положительное и что-то отрицательное. Человек сам выбирает, что он хочет видеть на данный момент. Нам дается только одна жизнь, ее нужно постараться прожить счастливо. Не нужно обращать внимание на негативные моменты в жизни. Если так поступать, они быстрее из нее будут уходить и не задерживаться. Мы уже не говорим о том, что вы не должны чего-то желать. Возможно, кому-то где-то и лучше, но вы должны научиться ценить то, что у вас есть на данный момент, не трача свою энергию по пустякам, отвлекаясь от своих важных целей.
Люди в большинстве своем не ценят то, что имеют, а потеряв, расстраиваются, понимая истинную ценность того, что у них было. А они не ценили и не понимали, чем обладают и как у них на самом деле все хорошо. Человек так устроен, что думает, что чья-то жизнь намного лучше, но он не может знать всю правду о том, что же там на самом деле происходит, так как у всех есть как благоприятные и радостные моменты, так и противоположные, грустные и нежеланные. Поэтому не стоит думать, что только у вас все плохо, а там где-то у кого-то лучше. Каждый может быть счастлив вот прямо в данный момент, вот прямо сейчас. Главное это принять и осознать. Но мы устроены так, что в большинстве замечаем только негативную сторону. Из-за этого мы будем продолжать думать, что где-то лучше и мысленно стремимся туда, отстраняясь от того, что пыталось прийти хорошего в нашу жизнь, показывая, что в этом нет нужды. Поэтому нужно осознать, что даже если мы окажемся в том месте, где мечтали быть, мы все свои проблемы и недостатки, ситуации просто-напросто перенесем с собой, и точно так же и в другом месте возникнут проблемы, которые также будут продолжать вас тревожить, которые не получится обойти. Жить без проблем еще никому не удавалось. Есть люди, которые к проблемам относятся легко, а есть те, кто зацикливаются на них. Поэтому важно жить днем сегодняшним, ценить то, что вы имеете. И не нужно произносить эту разрушающую вашу жизнь фразу, что там хорошо, где нас нет. Мозг человека устроен так, что он все время считает, что где-то лучше, наполняя свои фантазии мечтами, рисуя красивые картинки, а увидев это в реальности, разочаровывается. Вот попали мы туда, о чем мы мечтали, а здесь не так уж и все и хорошо. И опять же продолжаем верить в то, что где-то действительно по-настоящему хорошо, но просто там мы еще не были. Поэтому знаете, где бы вы ни находились, там действительно хорошо, только вот имеет эта особенность оцениваться с опозданием. Рассмотрим каждое из слов по отдельности, которые заключены в этом разрушительной фразе, и разберем, какой энергетикой они наделены и что несут в себе. Итак, первое слово «хорошо». Слово имеет положительные вибрации. Оно отправляет в мозг человека посыл, связанный с гармонией, спокойствием, а также с тем, что у него в жизни все делается правильно, вызывая положительные эмоции в данный момент. Вибрации последующих слов полностью перечеркнут все то положительное, что заложено в первом слове. Второе слово «там». С этим словом наблюдается уход на невосприятие реальности, что значит «там», где-то «там» находится. Это объяснить не сможет никто. Это что-то неопределенное, неконкретное, а значит, если разобрать несуществующее на данный момент это слово с плохими вибрациями, оно способно открывать человека от реальных событий, происходящих на данном этапе в его жизни. Это значит, что он уже перестает ориентироваться в реальность, оглядываясь по сторонам, ищет чудеса, стремится к чему-то несбыточному, забывая о том, что чудеса можно создать только собственными руками, притянув нужную энергию в помощь, но не чем-то другими и недосягаемыми. Третье слово «где». В этом слове заключены вибрации, связанные с потерянностью и запутанностью. Это происходит где-то там, а где никто не может ответить на данный вопрос. Человек ищет что-то, но что именно, никто не знает, да и сам он не сможет объяснить. Это как в сказке, нужно идти туда, не знаю куда, принести то, сам не знаю что. Четвертое слово «нас». Энергетические вибрации этого слова тесно связаны с вибрациями слова «вас». Возникает в данном случае вопрос, кого это вас, нас нужно поискать где-то там. Это связано с тем, что человек уходит от ответственности и не собирается отвечать за происходящее в его жизни. Пятое слово «нет», которое заполнено изначально отрицательными вибрациями, и с его помощью запускается сигнал, несущий в себе опасность и разочарование. Если взять во внимание всю фразу «хорошо там, где нас нет», то она несет в себе лишь негативный посыл. Произнося это, вы отказываетесь от светлых энергий, которые поступают в вашу жизнь. Вы перекрываете каналы, через которые поступает радость в вашу жизнь. Вы не хотите замечать ничего положительного, что наполняет вашу жизнь и происходит вокруг. Думайте, что жизней у вас несколько, а не одна, которую вы должны прожить с пользой для себя.
Часто можно наблюдать такую ситуацию, что встретились двое человек, и один из них говорит другому «хорошо там, где нас нет», а другой положительно кивает в ответ головой, соглашаясь с ним. Нет, чтобы возразить и тем самым отбить притягаемый в данный момент негатив, сказав, что хорошо здесь в настоящий момент, что лучше нигде нет и не бывает. А человек, махая головой, просто и легко впускает в свою жизнь чужую фразу, которая приносит ему проблемы. А когда это происходит, начинает удивляться, что же повлияло на то, что в ней начало происходить что-то непонятное, что страшные и непредвиденные события начали наполнять его жизнь. А все, если разобраться, на самом деле очень просто. На тот момент данный человек забыл, что слова несут в себе определенную энергетику, что она несет в себе в данном случае негативный настрой, что передаются энергетические вибрации очень быстро, а вред от них не заставляет себя долго ждать. Не только не стоит повторять эту фразу, но избавиться от нее ваши мысли. Следите внимательно за тем, чтобы даже случайно она не вырывалась у вас в разговоре, дабы не давать негативные установки себе. Замените ее на другие фразы, которые несут в себе положительную энергетику. Например, «хорошо в том месте, где есть я» или «где я, там хорошо». Помните, радость и счастье всегда есть рядом с вами. Вы ее заметите, если пристально посмотрите на то, что окружает вас, и на то, что вы имеете. Тщательно подбирайте слова и выражения, которые собираетесь произносить, чтобы потом вам не пришлось жалеть о том, что уже сказано, и о том вреде, который вам был нанесен. Наши мысли и слова непосредственно влияют на нашу жизнь, поэтому всячески старайтесь сделать так, чтобы это влияние было только положительным. Главное, вам нужно осознать, что сказать что-то словом – это значит то же самое, чтобы что-то сделать на данном этапе – действием. Слово как ключ, способно открывать перед нами дверь, а какие из них выбрать, остается решать только нам. Друзья, с вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Всех пока.